Здравствуйте, меня зовут Рыбакова Ирина Валерьевна. Я воспитатель дошкольной группы школы 1517. Hello, my friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем изучать английский язык. Сегодня нас ждет много нового и интересного. Давайте вспомним с вами слова, которые мы изучали в прошлый раз. Hello! How are you? Goodbye. Когда хотят узнать имя незнакомого человека, в России спросят, как тебя зовут? В Англии спросят, what is your name? И на такой вопрос в России ответят, меня зовут Ирина. В Англии скажут, my name is Ирина. Однажды в Англии встретились Анна и Макс. Анна поздоровалась и спросила, как его зовут. Hello, I'm Anne. What is your name? Макс ответил. Hello, Anne. My name is Max. Когда мы хотим узнать, откуда человек, в России спросим, ты откуда? В Англии спросят, where are you from? И ответ на такой вопрос в России будет звучать, я из России. В Англии ответят, I'm from London. А теперь, ребята, давайте повторим с вами вместе. Как тебя зовут? What is your name? Откуда ты? Where are you from? Ребята, вы большие молодцы! Давайте вместе с вами послушаем и споем песни на английском языке. Oh, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Peter. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Sally. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Pirate Bob. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Marty Moose. What's your name? Where are you from? 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 Canada? Korea? Italy? China? America? Australia? Japan? Or India? Goodbye, my friends! До свидания, дорогие друзья! И до новых встреч!